Добрый день, уважаемый руководитель офисов продаж. Слышно меня, нет? Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы понимать, что вы меня слышите, видите. Отлично, Светлана, спасибо большое. Сейчас, да, сейчас тогда начнем. Сейчас Вячеслав, да, добрый день, и всем Ришат. Очень рады вас видеть на сегодняшнем нашем вебинаре. У нас достаточно много интересной информации. Сегодня мы с вами поговорим о сезоне мечты, Dream Season, который сейчас у нас продолжается. Также мы поговорим сегодня об акциях, которые нас ожидают в следующие месяцы. Ну и еще рассмотрим два инструмента увеличения объемов продаж и построение структур. Итак, значит, сезон мечты продолжается. Замечательный сезон идет. Мы уже вывели огромное количество новых и чудесных продуктов. Вот. Долго я не буду на них останавливаться. Могу сказать только одно, что такие продукты, как HiFiber, они HiFiber и TestyBee, они были проданы полностью все, сколько мы делали первый заказ. И это все благодаря нашим дистрибьюторам, благодаря руководителям офисов продаж, которые организовывают и помогают продвигать. Кто-то является и лидерами в том числе, поэтому это не может не радовать. Немножечко больше остановимся сегодня на целевой программе. Целевая программа «Здоровый кишечник» поступила в продажу совсем недавно. И мы делаем ставки очень большие на эту программу. Почему? Потому что это не просто программа, это эксклюзивный продукт, который есть на сегодняшний день только в нашей компании. Эта программа, она содержит в себе не что иное, как 19 продуктов. Это, я не знаю, что, если посчитать раньше, сколько стоило купить 19 продуктов и попробовать каждый, это была какая-то, наверное, запредельная цена. Но сейчас по абсолютно адекватной цене мы предлагаем вот такую программу, которая состоит, в которую входит 26 растительных компонентов, 15 минералов, витаминов, 11 минералов. Это программа, не знаю, очень, ее можно применять как после детокса, после коловады, а также можно с нее просто начинать. Также хочется отметить, что эту программу достаточно легко продвигать, потому что даже те новые потребители или дистрибьюторы, которые еще полностью не научились самостоятельно компоновать какие-то программы, могут воспользоваться этой программой. Также хочется отметить то, что в ближайшее время, буквально где-то недели через полторы-две, Академия здоровья нам даст в реализацию брошюры по целевой программе. Это будут брошюры, которые будут помогать вам, ну или новым дистрибьюторам в продвижении этой программы. Что хочется еще отметить? Сейчас поговорим непосредственно для офисов продаж. Понятно, что достаточно сложная в плане комплектации программа. Мы, естественно, совершенствуемся. Если у вас есть какие-то предложения, как сделать так, чтобы вам было легче собирать ту или иную программу, вы обязательно обращайтесь к нам, обращайтесь к вашим менеджерам, которые аккумулируют всю информацию и, естественно, передают ее на склад и, возможно, будем какие-то моменты корректировать, потому что, к сожалению, были случаи, когда не те блистеры были вложены в упаковочки. Вот, поэтому я тоже очень прошу вас обратить внимание на то, чтобы программа была правильно собрана. Потому что если программа
будет не совсем собрано, как задумывалось автором, то тот результат, который задумывался, тоже не факт, что будет достигнут. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, понятно, что сначала это достаточно сложно, но потом я уверен, что каждый из вас может абсолютно спокойно, ну, ваши сотрудники будут закрытыми глазами собирать эту программу. И хочется обратить внимание, чтобы обязательно эта программа была в каждом вашем офисе. Если у вас возникают сложности там, с финансами, потому что достаточно дорого стоит, опять же, обращайтесь непосредственно к нам, мы будем смотреть, чем мы можем помочь офисам, но эта программа обязательно должна находиться в каждом офисе, потому что мы считаем, что эта программа будет одна из ударных наравне с коловой. Но тем не менее для этого нам еще нужно очень многое с вами сделать. Перейдем тогда дальше к детским праздникам здоровья «Витаминка». Во многих офисах эти праздники прошли на ура. Спасибо вам огромное за те фотографии, за те видео, которые вы выкладываете в портале, присылаете нам. Поверьте, мы просматриваем все ваши праздники и наслаждаемся теми эмоциями, которые вы получаете, и мы благодаря вам получаем благодаря этим праздникам. Убедительная просьба не стесняться и выкладывать фотографии, потому что, к сожалению, не все офисы эти фотографии выкладывают, но мы бы хотели видеть, как проводите вы праздники в ваших офисах. Поэтому сезон мечты еще не закончился. Праздники вы можете проводить в любое время, и мы от вас ждем обратной связи по праздникам. Значит, в продажу у нас поступил новый батончик «Банана Манго Бар». Данный батончик или делать праздник продукта по одному батончику, мы считаем, что это, ну, не совсем целесообразно. Поэтому мы рекомендуем вам провести в ваших офисах праздник Daily Delicious Day. Ориентировочная дата, которую мы предлагаем, это 11 ноября. Во время этого дня можно провести дегустации не только бананчиков «Банана Манго Бар», но также шейки, коктейли, профайбер и супы. Поэтому организовывайте праздники и получайте максимум позитивных эмоций. Этот месяц мы еще объявляем месяцем Элайва. Поэтому сейчас я немножко расскажу вам о той акции, которая будет в этом месяце. Это замечательная акция. Условия все сейчас вам расскажу. Значит, ну, начнем с того, что в ваши офисы были отправлены листовки, вставки для тейбл-тентов, воблеры, а также наборы тест-пак и вот такой вот пробничек. Для чего это нужно? Значит, в этом месяце мы сделали акцию. Первое. При покупке, условия акции еще будут вам высланы, но я на всякий случай проговорю, чтобы у нас было понимание. При покупке любым клиентам продукции на сумму 60 баллов должен быть подарен вот такой вот замечательный пробник Alive G. Вот так оно должно быть собрано. Здесь специально сделана такая штучка, чтобы он не выпадал. И, соответственно, вот в таком виде он должен быть подарен клиенту, который купил на 60 баллов. Если клиент единоразово купил продукции Alive на 30 баллов и выше, то ему в подарок дарится вот такой замечательный тест-пак. Если есть еще одно условие, если клиент купил на 60 баллов продукции, и в этих 60 баллов есть 30 баллов продукции Life, то, соответственно, клиент получает два подарка. И такой, и такой.
Хочу обратить ваше внимание, что что в Украине есть не только пробники G, но еще и F, флор. Поэтому вот здесь немножечко этим акция и отличается. Огромная просьба, вот эти вещи, такие как воблер и вставку для тест-пака, обязательно разместите эти вещи у вас в прикассовой зоне, чтобы любой клиент, который просто только заходит в офис, он уже сразу видел о том, что существует такая акция. Поэтому убедительная просьба сделать упор на продукцию Alive и, естественно, для офисов продаж желательно, чтобы она была заказана в достаточном количестве, и наши замечательные клиенты, потребители, дистрибьюторы не испытывали ровным счетом никакого дискомфорта в приобретении продукта. Помимо акции Live у нас будут и другие акции. Для России, Казахстана и Армении вы сейчас видите, это акции на шейке 2 плюс 2, Coral Taurin минус 25%, Alive коллекция минус 30%, ну и так далее, я не буду перечислять. Есть еще и другие акции, но они уже указаны непосредственно в информационном письме и в рассылке. Для Беларуси точно такие же продукты участвуют в акции, за исключением биокурунги. Что касается Украины, то акция у вас перед глазами. Дальше с акциями мы закончили. Ирина Александровна спрашивает, любой продукция на 60 баллов или лайф? Да, Ирина Александровна, все вы правильно понимаете, любая продукция на 60 баллов. Если в составе этой продукции есть продукция на 30 баллов и лайф, то, соответственно, дарится два подарка. Дальше немножечко хотелось бы остановиться на событиях. Убедительная просьба, чтобы в наших офисах продаж постоянно висела информация о тех событиях, которые будут в компании. Какие это могут быть события? Это, естественно, ежегодный форум. Уменьшать или увеличивать ценность данного события, ну, невозможно. Вы сами прекрасно знаете, как ярко проходит это мероприятие, и что побывать на этом мероприятии – это равносильно тому, что любой наш потребитель, дистрибьютор или просто человек, который еще не принял решение, это, ну, яркое событие, которое в 90% случаев человек говорит «да» и, соответственно, остается с компанией. Поэтому убедительная просьба, любые материалы, которые у вас есть от компании, или если вам какие-то материалы нужны, обращайтесь к нам, вывешивайте, чтобы люди видели, что у нас будет проводиться форум, что вы можете уже сегодня приобрести билеты или зарегистрироваться как участник. Также обращаю ваше внимание, что помимо форума у нас есть другие мероприятия. Это волны. Кстати, сейчас замечательные волны прошли и в Москве, и в Шымкенте, и в Минске в это воскресенье, в эти выходные. Поэтому те, кто присутствовали на этих волнах, сами понимают ценность данных событий. Поэтому развешивайте эти объявления, чтобы люди видели. Если есть возможность, помогайте, предлагайте зарегистрироваться и рекомендуйте посещать эти события. Это очень важный момент и очень важный инструмент в нашей с вами работе. И, наверное, остановимся сегодня еще на одном инструменте, очень важном в нашей работе. Это журнал, ну, это вообще печатная продукция, но в частности журнал здоровья. Сейчас компания уже напечатала несколько статей в нескольких разных выпусках. Первый выпуск, если вы видите, он был посвящен у нас воде. Далее был выпуск посвящен Элайву. Потом про волокну.
Сейчас у нас есть такой замечательный журнал в продаже. Вот посмотрите, это «Женское здоровье». Здесь 6 типов полноты, последняя статья, 6 типов полноты и, соответственно, рекомендации. Это очень важный инструмент, и на это тоже нужно обращать внимание. Если у кого-то есть возможность, вы можете приобретать также эти журналы и там, реализовывать через офис, либо рекомендовать вашим клиентам зайти в магазины, где они продаются, если вы знаете, где конкретно. Но, как правило, они продаются во всех федеральных сетях. Пятерочка, Ашан, Перекресток, на стойках там такие журналы есть. Ну, возможно, в Союзпечати тоже. Вот. И это, опять же, еще раз повторюсь, один из очень важных инструментов для работы. Почему? Потому что доверие к таким изданиям у людей, оно на самом деле достаточно безграничное. И здесь не просто идет реклама наших продуктов, здесь идет высказывание экспертного мнения о тех или иных задачах по здоровью или еще чем-то. И обрадую вас, на самом деле, что в этом месяце, в ноябре, у нас выходит еще один выпуск журнала «Здоровье». Здесь, приоткрою, наверное, немножко завесу, здесь будет напечатана уже наша новая линейка косметическая. Те, кто были на волне, те слышали от Сергея Семенченко о том, что у нас в ближайшее время, не в ближайшее, а конкретно с 1 декабря запускается в продажу новая косметическая линейка Oda Naturals. Вот. И вы можете в этом журнале уже почитать и разобраться, что же такое Metamics, и, соответственно, продвигать тот или иной продукт. Те, кто знают, те, кто смотрит вебинар «Здоровые новости», те и так это все знают, но тем не менее, как бы, вы можете спокойно транслировать людям то, что пишут достаточно компетентные издания. Вот. Ирина Александровна, журналы можно заказать в компании, у нас их не продают. Ирина Александровна, в компании таких журналов на сегодняшний день нет, и пока на ближайшее время мы не планировали закупать эти журналы в каком-то виде и распространять по офисам продаж. Но мы подумаем над этим, да, вот Артём пишет, что мы над этим работаем, но пока, к сожалению, в компании таких журналов нет. Вот. В общем-то, в принципе, в целом, я все, что хотел сегодня, я вам рассказал. Естественно, я готов ответить на любые ваши вопросы. И если вопросы есть, пишите, я сейчас вам на них на все отвечу. Ну, если вопросов нет, тогда мы наш вебинар заканчиваем. Желаю вам от всей души успешных продаж и развития. Ольга Иванисова, здоровый кишечник, так и планируется в дальнейшем собирать в офисах продаж. Да, Ольга, мы не можем собирать в Москве и отправлять вам в коробках. Почему? Потому что здоровый кишечник, ну, он просто не доедет в собранном виде к вам, потому что коробки в транспортных компаниях кидают, мнут, и у вас они будут в непригодном виде, к сожалению. Схемы по сборке здорового кишечника будут. Схемы. Мария, к сожалению, что такое схемы по сборке? Схемы не могу немножко понять. Уточните, пожалуйста, вопрос, я тогда вам смогу точно ответить. У Вячеслава, наверное, есть какой-то вопрос. Видимо, пишет. Как будет формироваться запас подарков в офисах продаж? Вячеслав, мы во все офисы продаж подарки уже отправили. Постарались посчитать, ну, провели анализ и статистику заказов, и я надеюсь, что мы угадали с тем количеством, которое вам отправили. Если вдруг будет не хватать, конечно, дозаказывайте, мы все, что можно, вам вышлем.
Вот. Инструкции. Ну вот Артём пишет, это, видимо, ответ для Марины. Схему сборки вышли. Если вопросов больше нет, тогда еще раз желаю вам успешных продаж и до встречи на событиях компании и, естественно, у вас в офисах. Ирина Скрипченко, раскладку блистеров выслали. Все, благодарю, до свидания, всего вам доброго.